Так, а тут есть денежки. Я в Хоксмит пришел, потому что я хочу зайти в магазин фолианты и свитки. И купить здесь... это ведь он, да? Да. Для выручай комнаты накупить всего охота. По максимуму. Так, 2000 максимум, да? 3000 максимум. Мне бы все это купить. Я, пожалуй, начну покупать. Компостер. Это тоже. Это тоже. И это. Блин, капец, это все дорого. Подождите, вначале посмотрю, что тут еще. Для зельеварения тоже куплю вначале. Капец, это все дорого. 5 маленькими, 3 маленькими, 3 средними, 2 средними, 1 средним, 2 большими. Давайте вот это еще куплю. И вот это. И вот это. Как раз все, на что мне хватает. Офигеть, я потратил все деньги. Ну-ка, а это я могу... О, я могу тут попродавать. Но это, конечно, все очень мало стоит. Но тем не менее, хоть сколько-то денег я получу. Не знаю, на что мне этого хватит всего. Так, это все из разных категорий тут, да. 746, мне ни на что пока не хватает. Ну вот на это хватает, ладно, куплю. Так, 5500, 7200 мне нужно еще, чтобы купить все оставшееся. И у меня будут все рецепты для выручай комнаты разблокированы. Мне еще, конечно, желательно бы остальные метлы тоже купить, потому что... Они в коллекцию добавляются. Я, конечно, в конце концов хочу всю коллекцию разблокировать. Не знаю, как мне получится, но... Как-то так. Ох, сейчас у меня много-много-много всего справа. И... Да. Давайте, показывайте все мне вот это. Да, это. Да, денег мне нужно много, но ничего, я их смогу находить в сундуках во всяких. Ой, какой вид страшный. Там язык. Видно. У меня, кстати, снова трассеров включилась сама по себе. Я ее не включал, но она включилась. Ну и по сути, пусть. Сейчас пробую что-нибудь наколдовать тут. Так, это сюда. Это... это сюда... Блин, как тут сложно-то все. Я могу вот это все убрать, вот это вообще. Я даже не знаю, что это, но я могу это... Я это не могу убрать. Настенный фронтон. Я могу просто изменить у него стиль. Ну, понятно. А где мне еще один стенд поставить? Большой. Блин. Я... Ладно, наверное, плохая идея вот это все это делать. Надо вот тут попробовать. А зачем мне его, в общем-то, маленький нужен? Если у меня есть вот такой теперь. Большой. С 3, тут с 2, и по сути все. Это у меня маленький этот. Маленький стенд для посадки. Я могу его убрать. Это все могу убрать. Мне это все не нужно. Все эти декоративные штуки мне не нужны. Я лучше лунный камень сэкономлю для... чего-нибудь полезного.
Так, отлично. Отлично, отлично. Теперь для зелий сделал, теперь вот это вот. Вот это я не могу пока что, поэтому я это не буду пока делать. Для средних... С одним средним, с тремя и двумя не разблокировал. А это я разблокировал все, да? С двумя большими. А это что у нас? Это у нас навозный компостер. А это у нас место для нарезки. Давайте-ка я сделаю туда вот это вот. Ух ты, охренеть, он много места занимает. Жесть какая-то. Почему оно такое большое все? Это сюда же не поместится, да? О, поместится. Хм. А мне еще вот это надо. Случайное зелье, чтобы он варил. Это какой стороной происходит все? А, вот так вот пусть будет. Отлично. Ай. Остальное это все просто декоративное. То, что мне не нужно, в общем-то. То есть, по сути, только вот эти три мне нужны, и мне их надо докупить. Вот это дается еще за задание. Это чтобы я мог эти прикольчики на одежду делать. Здесь у меня просто... Да, вот это надо купить, и вот это. Остальное все куплено. Для зелья у меня все куплено. Да. Так, что ж. Да, интересненько, интересненько. Мне нужна мандрагора. Так, я, пожалуй, сладкую малеву куплю, семена. Это потом мне все надо будет купить, я так понимаю. Но это мне не нужно, потому что у меня они будут вырастать. Мне нужно мандрагору еще найти. Да, это, я думаю, в Тимофилах и Поганках смогу найти. Здрасте, здрасте. А, мандрагоры, блин, 800 они стоят. Сама мандрагора 500 стоит. У меня не хватает ни на что. Придется мне денег позаработать, прежде чем это все сделать. Но я тем временем тогда пойду карту эту исследую. Потому что я вроде более-менее понял, как ее сделать. Так, мне семена мальвы надо посадить, кстати. Сладкая мальва. Отлично. Я могу их много... посадить. Да, и у меня бесконечность их. Офигеть. Классно. Это вообще супер. Семян, значит, бесконечность. А сюда я могу что-нибудь посадить? А, и сюда могу посадить. Понял. Интересно, тут у меня что? Удобрение. Это хорошо. А тут у меня ничего пока. А с тобой что можно, кстати? I'd like to ask you about changing the room's ambience. А, только это? What sort of overall look most appeals to you? Actually, perhaps another time. Понятно, я думал, что с ним что-то еще можно сделать, но оказывается нет. А, я могу вот это еще посадить, точно. Раз мне больше садить нечего, я посажу вот это. Тут у меня... случайный ингредиент будет появляться. Тут у меня все растет. Это у меня для изменения. Здесь лунный камень будет делаться. Так, ладно, я более-менее соображаю. Так, а что я могу сварить? Эдурус. Максимум. А, рецепты зелий еще нужно купить. Точно, я забыл про это. Да. Рябиновый отвар. Ладно, не нужно пока что. Ладно, я все понял. Теперь уже иду в лес. О, а тут бабочки, кстати. Я вообще не за ними сюда пришел, но это тоже прикольно. Опа.
Так, вот они меня сюда привели, и тут появился сундучок, и тут коллекция маленькие ковры. Ага, это для выручай комнаты у меня. Ладно, хорошо, хорошо. Вот оно что. Дорогая Полония, приглашаю тебя на пикник. Я знаю, слоеные пироги ты любишь ничуть не меньше хороших тайн и загадок. Надеюсь на скорую встречу. Искренне твой Ричард. Ага. И надо за свечами теперь идти в лес. Угу. Все, понял. Я так близок был. Это прямо у входа находится. Ну это логично. Это вроде там придет к столику и стульям. Я их уже видел сейчас, когда тут исследовал. Пытался что-то найти. Ладно, я понял. Быстрее надо. Так. Вот они как раз. Вот тут вот. Ой. Да. Отлично. Шарф искатель сокровищ. И я прошел задание. Ура, блин. Наконец-то. Так, а тут где-то страничка есть. Ведь. Вот она. А, сливы цепелины. Эти похожие на редиску оранжевого цвета фрукты парят вверх ногами, когда вырастают. Некоторые считают, что они могут обострять восприимчивость человека ко всему необычному. Так, я собираю странички тут, это очень хорошо. Больше пока тут ничего вроде нет. Поблизости. Я могу собрать тем временем тентакулы. Для прикола. Ой, сундук, который я уже взял. Ну ладно. Так, я вот этот сундук не находил. 71 монеточка. Ладно, ладно. И вот этот сундук я тоже не находил. Пижама цвета морской пены. Это не тот, не та теплица, где урок проходил, да? Вот она. Листья бадьяна. Освободить, давайте освобожу. Я лучше не буду тут ничего выращивать, я буду выращивать в ручей комнате. Раз уж есть на то возможность. Я тут не могу нигде собрать мандрагору на рандом, да? К сожалению, ну ладно. Я хочу к совятнику сходить, я туда еще не ходил, может там будут монеточки, которых мне будет достаточно, чтобы купить семена мандрагоры. И вырастить ее потом. Это будет очень клево. Заодно совятник и прикольная локация, в котором я был. В которой я был в других играх, а в этой нет. Это будет интересненько. Тут неужели нигде страничек даже нет никаких? Потом посажу мандрагору и пойду на основное задание. Так, лунный камень. Ну ты чё? Вот, ну наконец-то. Так. Что тут еще может быть? Тут еще лунный камень повсюду. Там я был или нет, я не помню. Это надо тоже собрать. Так, тут сова или статуя совы, я так и не понял. Короче, прикольненько. Там летает что-то. Еще больше лунного камня. Пока никаких этих дзыньков нет. О, ну тут, естественно, есть дзыньк. Так, это сундук обычный. Деревянные очки с позолотой. Где-то наверху находится страничечка, я так понимаю. Да, где-то совсем близко. Вот она. Совы Хогвартса. Сов, принадлежащих школе или ученикам, можно найти в совятне Хогвартса. Рекомендуется внимательнее смотреть под ноги, чтобы не вступить в совиный помет или не раздавить отрыгнутый скелет какой-нибудь мыши. Да. Так, тут что, сундуков никаких нет больше? А наверху что?
Ой, там страничка есть, летающая. Прикольно. Это на территории считается или в Хогвартсе? Ну, то есть в этих высокогорье или в чем? Ай. Где ты? Страничка. Вот ты где. Или стоп. Я ее настолько сильно отпульнул, что она теперь вообще нигде. Вот она. В Хогвартсе все-таки. И сейчас будет еще одна. 41. Это, естественно, не все, но для испытания, когда я 50 беру, это будет достаточно. Так, ну отлично. Это я исследовал. Монеток так и не нашел. Увы. Я могу полететь куда-нибудь. Отлично, 42. Сюда я попасть не могу, но... Тем не менее... Все-таки это хорошо, что я что-то нашел. А я тем временем не могу поджечь вот это. У меня раньше этого не получалось. Из-за того, что у меня этого, ну... Не было конфринго. А я могу ее притянуть, да? Да. Отлично, вообще шикарно. Так, ну ладно, достаточно я тут времени тратил. Пора задание основное начинать. Здрасте. You're back. Finally. Minister Spavin talks more than he listens. Ranted on and on about rogue dragons. Wouldn't listen to a word about goblins. Speaking of which... Listen, Professor. So much happened while you were away. I received a flurry of messages from Professor Black's house elf, Scrope. Scrope sent you messages? Yes. I thought it was odd too. He asked me to meet him and then told me to take the toast. Why would you want to take toast? To a cave under the lake. That's where I found Richard Jackdaw's ghost. Who on earth is Richard Jackdaw? He was a student here long ago. Anyway, he told me about a secret cavern. I went there and right next to Jackdaw's skeleton, I found the missing pages. You found the pages? I did. And because Jackdaw had followed the map they contained, when I found the pages, I found the location on the map. Believe it or not, it's a room below Hogwarts. Why am I not surprised? Shall we? I was hoping you'd say that. Oh, and we'll need to bring the book. Просто типа... А, еще вот это. Типа... Все, подряд расслабься. Так... Я, да, тут все я исследовал. The room is called the Map Chamber, by the way. And the portrait of Percival Rackham awaits us there. Professor Rackham. I look forward to meeting him. How did this Jackdaw get the pages from the book? Evidently, Peeves stole them. And Jackdaw stole them from him. Oh, Peeves. Ну да. Хи-хи-хи. To think... It was beneath us all this time. Прикольненько. А, он книга... Ага. Да. Как раз говорил, положите книгу на пьедестал. И тогда мы продолжим разговор. И сейчас... Что произойдет? Чтобы ни было, это выглядит классно. Map. There's Hogsmeade. And over here, the Forbidden Forest. And of course, Hogwarts. It's magnificent.
Им? If only you were here to see this. А вот и он пришел. Hello, Professor Rackham. We've placed the book on the pedestal as you asked. And this is my mentor, Professor Fig. How do you do, Professor Fig? And you, my young friend, see now why you needed to return with the book? I do. I also see why you refer to this room as the map chamber. That you have come this far tells me that you possess extraordinary magical ability, the potential and power of which will unlock should you prove yourself worthy. The location of each of four trials will, in time, appear on the map. Trials that will test you and give you access to invaluable knowledge. Trials that you must complete on your own. Do you recall the pensive memory you viewed in my vault in Gringotts? Ну, помню. Да, он сказал, что... Что он там сказал? Что тот, у кого этот дар, его ждет дорога опасная, ну да. You and your friend Charles spoke of the portkey and of trials you'd created for one who could see traces of ancient magic. Precisely. Charles is another of the keepers, a designation we gave ourselves centuries ago, in light of the knowledge that we have been bound to keep hidden. Until, perhaps, now. So, the passage from your ruins to Gringotts, everything in the vault, the restricted section, finding this room, none of these was a trial. They were an important part of the journey, but they were not trials themselves. The fact that you have come this far, however, bodes well. The trials were designed to ensure that the power and knowledge we have kept secret for so long does not fall into the wrong hands. They will test your abilities, both innate and learned. But of equal importance, everything you witness as you complete the trials will inform what you choose to do with all that we share. You will need patience. The trials have much to teach you. It will take time. I'm afraid we don't have the luxury of time. We have waited this long, Professor Fig. Surely a few more. Respectfully, sir, while I do not know the secret you keep, I do know that our young friend here has seen traces. Traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. And we encountered an uncommonly powerful goblin wielding such magic as we prepared to leave your vault at Gringotts. We may already be too late. This is grave news indeed. Young friend, do you trust Professor Fig? I do. Then, in the light of your considerable skill and all you have already accomplished, we shall begin. You will find the location of the first trial marked on the map below you. Whilst Professor Fig may assist you in locating the trials, they may be completed only by one with our ability. Mm-hmm. Shall we have a look? Это советник? I know that tower. It's not far. А, нет. You may have seen it yourself. Это советник. It looks familiar. Perhaps your young friend is more well-traveled than you might think. As your mentor, the least I can do is go ahead to make sure it is safe. Join me as soon as you can. You said that you know that tower. What can you tell me about it? Not much, I'm afraid. I've passed it. А, я думал, это советник, это не советник, оказывается. My recollection is that it seems abandoned. Clearly, however, the tower conceals more than meets the eye. Okay. I'll find you at the tower as soon as I can. Until then, be careful. And do not tell anyone where you're going. Сейчас такие эти, Себастьян и Надя такие: «Эй, здорово, а давай погуляем?» «О, а куда ты идешь?» Да, что-нибудь типа того. Так, встретьтесь рядом с башней. Ладно. Так, сейчас я выйду оттуда, потом взгляну на карту уже. Очевидно, нет. А. But first, I will need you to complete a few tasks. Once you have done that, come and see me.
Да, это идет первым делом. Хоть задание уже и начал, но все-таки вначале хочу это сделать. Что тут у меня? Лопните воздушные шары над станцией Хогсмид и вокруг поля для Квиддича. Ну окей, давайте сделаем это. Вот сюда. Так, что тут у нас? Вот эти шарики. Я просто в них врезаться должен. Так, один. Два. Три. Четыре. И еще один где-то должен быть. Вон он. Так. Ускорение. Пять. Отлично. Испытание разблокировано. А, то есть их на самом деле намного больше. Ну да, я их видел, по сути, еще довольно много. Просто как бы мне ничего это не давало раньше. Так, а тут какая-нибудь страничка наверняка есть. А, это логово зверей тут у нас находится. И тут монеточки есть. Болтрушайка. Я пока с ними ничего делать не могу, потому что я еще не разблокировал способность взаимодействовать с волшебными зверями. Но ничего. Все со временем. Там внизу сундук, я вижу. Эти штуки, это, конечно, клево, но я хочу сундук по большей части. Ой-ой-ой. Thinking in terms of good and evil, maybe... Perfect. Target prone. Rookwoods don't go down easy. Think you're funny. Ну не да, мне понравилось. На нафиг. Так. Неизвестный предмет для спины. Это надо, значит, в комнате... Ой, в ручей комнате все посмотреть. Так, что тут еще есть? Есть что-нибудь? Там эти штуки... То, там сундучок, кстати, еще есть. Seems I scared off the little puffskin. Что-то кинуть еще мы вроде мог. Ну-ка, я могу. Я не попал в него. Ай. Притяните двух врагов одновременно. They say you're hard to hit. Incendio! Так, давайте как-нибудь встаньте близко. Акион. Нет. Ой, вход это. Монетки, отлично. Так, надо, чтобы вы встали рядом. Блин. Ладно. The flames consume you. Встаньте рядом, ну чё вы, задолбали. Еще монетки. Давайте, блин, ну... Вы так рядом стояли, так классно было. Вот, отлично все. Отлично. Ай. Да, конечно, когда я прохожу все эти штуковины, это довольно сложно как бы сделать так, чтобы меня не убивали.
Так, ну ничего тем временем полезного я не собрал. Ну, монеточки чуть-чуть и все. А тут-то что? Ревелио. Испытание Мерлина. И я не могу его собрать, сделать, потому что у меня нет мальвы. У меня только есть семена ее, да? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Да. Увы. Значит, надо подождать, пока она вырастет. О, бабочки, бабочки. Давайте-ка я проследую за бабочками. Seems like a quiet night. Это надо делать каждый раз, когда я их вижу, потому что они меня приведут к сокровищам. На метле это еще проще делать. Да насрать на вас. Ау. Они меня не могут задамажить, да? А нет, могут. А ну ладно, я нашел тем временем место. Так, ладно, что вам тут от меня надо? Пойти в снайпера заклинанием остолбеней. Ой. Как это сделать? Вот так вот. Да. Так, бабочки. Вы застряли, что ли? Вот он. Появился. Сундук. Декорированные столы. Да, теперь я нахожу вместо всякого экипирования и прочего, я нахожу коллекции для вручей комнаты. Ладно, ну я хотя бы знаю, где это находится. И это хорошо. Так, я подлетаю, я вижу уже эти шарики. Потом надо будет это исследовать тоже, потому что тут наверняка много всего интересного есть. Так, вот этот шарик и еще один где-то находится, который я не увидел пока что. Так, вон там еще дофига шариков. Надо их тоже будет лопнуть. Так, где тут-то еще один? Вон он, офигеть, он заныкался. Жесть какая-то. Brilliant. Отлично. Так, это я прошел, я могу вот эти полопать. Они другого цвета, это уже, значит, не для задания. Да, так вот. Отлично, я могу вернуться, но вначале я хочу исследовать эту станцию, потому что я там еще не был. Так, тут вот страничка находится. Вот. Билетная касса станции Хоксмит. Эта станция стоит здесь с начала 1800-х годов, когда министр магии Оттолин Гэмбл приобрела паровоз для перевозки студентов в Хогвартс. Станция появилась в Хоксмите практически за одну ночь, сразу после прибытия поезда. Операция включала в себя использование большого количества чар ложной памяти на магловских рабочих и крупнейшее в Британии применение чар сокрытия. В высокогорном регионе. Понял, понял. Это что за магазинчик? Я тут не могу даже перепрыгнуть. Ну вы чё? Ревелио. Нигде ни сундучков нет никаких вообще, да? Бесполезность полная. Там эти кристаллы опять. Так, что ты предлагаешь? Кто ты? Леопольд Бабкок. Do you have anything for sale? That I do, but what's a student like yourself doing out here? Got yourself lost, did you? Just exploring the countryside a bit. Hey,
Nice to break the routine now and then. Bit of a wanderer myself, in fact. Name's Leopold Babcock, and I am indeed here to sell. Now, for someone like yourself who is also prone to wander, I cannot understate the importance of keeping some Wiggenweld potion on hand. I wouldn't dare set foot in a place like the Forbidden Forest without a steady supply. What do you say, my young friend? A measure of safety for the path ahead? Something to consider. Thank you for your help, Mr. Babcock. Aye, let me know if you see something you like. Да, хочу посмотреть, что вообще у него есть. Зелье, что ли, просто, и всё. Мётлы? Небесная коса? Pleased to see Arn has his belongings back. Ranrock and his loyalists will think twice before trying that again. Ну, вот это классно, офигеть. А те 600 стоят, а тут 5500, офигеть. Это надо, блин, накопить, конечно, да. Жестко. Ладно, давайте-ка я вернусь в Хогвартс. Получается. А, вот сюда. Сдам задание. How did you get on with those tasks? Да, изи. Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? Ну да. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Mm-hmm. Pay attention to your wand work. Да. Ух ты, правая кнопка мыши. И левая. И F. Все, что только бывает. О, у меня желтенькое второе всего появилось. Well done. I'd recommend that you practice your new spell here. Да. Давайте-ка я поставлю его. Ну, вот сюда, например. Before taking it out into the world. Glacius, there you go. Кайф. Catching one quickly. Да. Сюда я не могу, тут замки всякие и прочее. Так, а что тут у меня по испытаниям надо мне посмотреть? Это я могу забрать. Это могу... Да, офигеть, тут дуэльных уловок еще. Хых. Это... Так, да. 6 еще. Офигеть, много. То есть я только половину прошел этих задач для учителей. Так, испытание Мерлина, лопайте шары. Следование, ага. Вручая комната мне пока недоступна. Ладно, понял. А по заданиям это надо сделать, да? А это Мандрагору. Попробую снова купить. Шарики, тем временем я могу поломать. На топероек мне вообще пофиг. Я хочу сломать шарики. Ты мне, да? Тупой дебил. Отлично. Тут я везде был, насколько я понимаю. Да, это верхний Хогсфилд. Это я смотрел. А, вот и та башня. Окей, я уже близко. Так, ладно, сейчас надо перезарядить ускорение и долететь. Тут, понятное дело, я ничего не найду, но только увижу, что здесь вообще есть. Окей, это все потом нужно будет исследовать как следует. Когда у меня будут все заклинания и много семян, листьев сладкой мальвы в конечном итоге.